Привет из Татарстана. Это гимназия номер 8 в городе Казани. Сейчас идут каникулы, школьный лагерь. Дети там, линейка у них, мероприятие школьное. Когда эта школа была построена в Советском Союзе, номер 79, там учились с 1 по 11 класс. А вот современные в Татарстане вот здесь учатся с 1 по 4 класс. Тут вот флаги. Один татарстанский, один российский. Бюст Карбышева. Раньше он был установлен внутри школы, на первом этаже. Сейчас его вот установили на улице. Карбышев Дмитрий Михайлович. Это русский и советский ученый, военный инженер, доктор военных наук. Герой Советского Союза, выпускник Омского кадетского корпуса. То есть он учился еще в царской Российской империи и служил царю, батюшке Николаю II. Умер Карбышев 18 февраля 1945 года. 64 года. Был в плену гитлерской нацистской Германии. 12 градусов мороза, был облит водой. Его убили, а потом сожгли в печах Маутхаузена. Школьники таким образом чтят память героя Советского Союза. Спасибо за внимание.